Всем здравствуйте! 54-летняя Яна Поплавская трогательно поздравила 39-летнего Евгения Яковлева с их личным праздником. Влюбленные вместе уже 7 лет. Актриса живет в гражданском браке с радиоведущим, который моложе ее на 15 лет. Разница в возрасте не помешала влюбленным построить прочные отношения. Яна и Евгений отметили годовщину – 7 лет совместной жизни. Актриса заверила, что она действительно счастлива со своим избранником. Поплавская благодарна судьбе за такой подарок. 7 лет нашей семье. Мы познакомились в далеком 2007 году, и я представить себе не могла, что мы будем очень счастливой семьей. Я умею мечтать, представляя себе что-то, как будто я вижу кино, в котором воплощаются мои мечтания. У меня нет волшебной палочки, о которой я мечтала в детстве, но жизнь как волшебник дает мне то, что мне действительно нужно, важно и ценно. Я благодарный мечтатель. Спасибо за все. Высказалась артистка. Яна отметила, что над отношениями нужно работать, чтобы сохранить чувства. Любовь живет только с вниманием, постоянным погружением в тех, кто вам дорог. На все нужно время, а на любовь нужно очень много времени. Если меня спросят в конце моего пути, на что вы потратили свою жизнь? Надеюсь, я смогу ответить на любовь. Заверила Поплавская. Яна и Евгений живут в загородном доме. Они хотели узаконить свои отношения, но свадьбу пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Актриса призналась, что избранник 6 раз делал ей предложение руки и сердца. До этого Поплавская в течение 25 лет была замужем за актером и кинорежиссером Сергеем Гинзбургом. Они развелись в 2011 году. У бывших супругов двое взрослых сыновей – Клим и Никита. Обладательница государственной премии за детскую роль призналась, что прожила четверть века с человеком, которого по сути не знала. Яна заявила, что Сергей ее бросил и оставил ни с чем. Звезда заверила, что по-настоящему стала счастливой лишь в отношениях с Евгением. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!